Не в тот район ты попал, Лаовай. Назад! Не в тот район ты попал, Лаовай. Назад! Access granted.
Access granted. Granted.
Эй! Кто там? И мы снова возвращаемся в Детройт, где сегодня несколько человек было арестовано после очередного антиэкономического митинга. На этот раз активисты фронта человечества преградили путь пациентов. Дальше не ходи, чужестранец.
Мы знакомы. Уверен, я бы запомнил человека, который поставил на уши весь Хэншо. Ребята из Белл Тауэр тебя ищут. Есть хоть одна причина, по которой я не могу тебя сдать? Да, Василий Шевченко. Первый раз слышу. У вас его рука. GPL-устройство в ней привело меня прямо к вам. Проклятые технологии. Один вред от них. Wrong woman, don't do that here. К сожалению, надо сказать, что бывший ее владелец не жаловался. Белл Тауэр предоставил нам его труп несколько недель назад. Белл Тауэр? Не Тайюн? Вовсе не Тайюн похищает людей с моих улиц, а потом задабривает меня отборными имплантами, чтобы я закрывал на это глаза. С Шевченко было еще 4 человека. У меня их имплантов нет. Может быть, они еще живы. И может быть, я помогу вам их найти. Продолжайте. Я отлично знаю, где Белл Тауэр держит похищенных людей. Проблема в том, что эти гады схватили моего сына. Его пристрелят, если я перейду черту. Понимаете, к чему я? Где его держат? Об этом вам расскажет один из моих сборщиков. Встретитесь с ними в канализации возле Элис Гарден. Когда освободите моего сына, продолжим наш разговор. Жду не дождусь. Свет,
из ребят Тонга? Нет. Я просто тусуюсь в канализации, потому что здесь пахнет вкуснее, чем у меня на кухне. Еще дурацкие вопросы есть? Подожди. Но если появится, обязательно задам. Где паренек? Мы считали, что его держат в комплексе Bell Tower в верхнем городе. Но, как оказалось, проныры задергались. Они испугались Тонга и перевели его сына в более безопасное место. Разве есть место безопасной штаб-квартиры Bell Tower? Скоро узнаешь, Мигрень. Его держат неподалеку отсюда, в подвале старой макаронной фабрики. И освободить его будет непросто, потому что за ним смотрят люди посерьезнее охранников из Bell Tower. Это воины, специально обученные, с лучшими имплантами. У меня такое чувство, что мы с ними встречались. Если это так, у тебя есть запасной план? Ты есть запасной план, друг мой. Тонг тебе не сказал? Если Bell Tower выяснит, что в этом замешан кто-то еще, ситуация в Нижнем Хэнша сильно обострится. И Тонг согласен, что жизнь его сына зависит от способности какого-то одного человека? Не совсем. Когда найдешь сына Тонга, передай ему это. Он знает, что делать. Теперь иди. А не то опоздаешь еще.
сын Тунга? Так уверяет моя мать. Но ты не из Bell Tower, и ты не китаец. Могу ли я предположить, что мой достопочтенный отец решил перестраховаться и прислал за мной тебя вместо своих сборщиков? Отличное предположение. Уходим отсюда. Вряд ли получится. Насколько я знаю, у Bell Tower там много вооруженных людей. Возможно, тебе удалось избежать встречи с ними, но, по-моему, здесь куда безопаснее. Без обид, американец. Без обид. Я и сам не в восторге от наших шансов на успех, но когда я поспел к них усомниться, мне велели отдать тебе это. Ну и ну! Молодец, отец! Это все меняет, при условии, что устройство правильно собрали. Ты готов отправляться? Да, только не отставай. У нас с твоим отцом осталось незаконченное дельце. И если я не доставлю тебя целым и невредимым, ни хрена не выйдет. Об этом не беспокойся. Я прослежу, чтобы отец выполнил обещание. Может, даже и сверху что-нибудь даст. И я благодарен тебе за помощь. Но с этого момента каждый сам за себя. До встречи!
У вас есть дар, Дженсен? Если нужна будет работа, скажите мне. Я так понимаю, парнишка цел и невредим. Он сказал, что я должен вам оружие. Я всегда возвращаю долги. С процентами. С одним долгом разобрались. Теперь рассказывайте, что знаете. У Белтауэр в порту два корабля. Они считают, что никто этого не замечает, но я-то все знаю. Каждые 2-3 дня один из кораблей ночью загружают, и он отплывает. И куда же? Умный человек спрашивать не будет. Я только знаю, что Хэйчжэньчжу отплывает сегодня. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Как-то все сомнительно, Тонг. Да. Но вам везло столько раз, что и не сосчитаешь. У Белтауэр серьезная охрана. Как я, по-вашему, попаду на корабль? Один из моих парней оставит вам посылочку в грузовом отсеке. Когда найдете ее, я скажу, что делать дальше. Буду ждать, затаив дыхание. Какого хрена?